Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очень вкусная паста со сливками 33%, моими самыми любимыми. Также здесь внутри сыр и сердечки. Обычно добавляют бекон, но я больше люблю с сердечками. Небольшие такие бутерброды с креветочкой. Я специально их делаю округлые формы, так получается намного красивее и аппетитнее. Сверху пожаренная обычная креветка. Здесь у нас имбирь. Десерт, который я до этого не пробовала. Его, кстати, купила мама. Я не люблю экспериментировать. Вот понравился мне один десерт, я вот до пенсии его буду кушать. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Извиняюсь за посторонние шумы. Сосед начал ремонт, причем я думала, что сосед снизу, и даже обрадовалась, но, как оказалось, нет. Это соседи справа, причем там вроде как снимают. Я не знаю, что делают их квартиросъемщики, но почему-то каждые 2 года они меняют обои. Не знаю, у меня в этом плане намного все проще. Паста еще горячая. Ко мне вот поселились пара, парень и девушка, точнее муж и жена. И они как бы приехали на заработки в Баку. Очень добросовестные, аккуратные, вовремя платят. Да даже помните девушка, которая хотела меня кинуть? Да даже она, я бы не сказала, что прям испортила квартиру или что-то сделала. В общем, мне пока что везет. То есть отношения у нас хорошие. Никогда конфликтных ситуаций не бывает, слава богу. Увидела в ТикТоке видео девушки, и она жаловалась тому, что почему это мы должны платить за риэлторов, почему это не делает хозяин квартиры. Я скажу так, спрос на квартиру просто огромный. Я лично никогда не плачу услугам риэлтора, я просто ставлю свою квартиру на сайт, и мне звонят сразу в течение 1 дня человек 20, и среди этих 20 человек я выбираю одного. Зачем мне платить риэлтору просто? Возможно, мне цена сильно ниже рыночной. Но вот за один день. Сегодня выезжают, завтра заезжают другие. Одна женщина хотела ко мне заехать, и она такая говорит: вы должны поставить, говорит, телевизор. Я говорю, я ничего не должна. Вас устраивают мои условия, моя цена, пожалуйста. Не устраивает, вы можете снять другую квартиру. Знаете, как одному квартиросъемщику, там, не знаю, телевизор нужен, другому не нужен. Кто-то вообще телевизор не смотрит. Там была достаточно пожилая женщина. Такая пенсионерка. Так что... пока что каких-то проблем, чтобы что-то сломали, кого-то затопили. Слава богу, не было. Очень адекватные, культурные люди. Правда, еще особо ничего не ломалось за последние 1,5 года.
Но видно, что люди ответственные. Увидела в комментариях, девушка меня спрашивает: Айка, давно ты не делала губы, почему не добавляешь, уже как-то не то, они уже вдулись. Ой. Вы просто не представляете, насколько мне нравится размер моих губ сейчас. Особенно после того, как я сделала зубы. Тот объем, который я делала раньше, мне сейчас абсолютно не нравится. Мне не нравятся даже кадры мукбанки, где у меня огромные губы. Мне кажется, это как-то перебор. И вы знаете, я делала это настолько тупо, мне казалось, что если я сделаю огромные губы, то мои зубы будут видны меньше. То есть я это делала с такими мыслями. А сейчас, так как я просто кайфую от своих зубов, нижние тоже отбелила, и мне все нравится. Я вообще за всю свою жизнь делала ботокс, делала слезную борозду. Один раз. Причем нормально гели вколола. И вроде очень хорошего врача выбрала. Но по результату, когда я вышла с этой процедуры, я абсолютно не почувствовала никакого результата. Я даже пришла домой и говорю маме: ты чувствуешь какую-то разницу? Мама говорит: нет, а что ты сделала? Это было очень давно. Меня беспокоили синяки под глазами. Точнее, не синяки, а какая-то впадлость, что ли. И дело тут не только в том, что гель потом в конце вызывает отечность. И вот это вот огромное количество, которое добавляет скулы. Потом ты выглядишь как Алена Шишкова. У меня есть знакомая, у которой было фактурное классное лицо, но после огромного количества филлеров, которые кололись на постоянной основе на протяжении долгого периода, совершенно другой человек. Совершенно. Даже я утром просыпаюсь, у меня губы огромные, и потом отек спадает. Многие отговаривали, но я прям вот ничуть не жалею, что я сделала зубы. И поэтому, если вы что-то хотите с собой сделать, не надо никого слушать. Вот хотите, пошли и сделали. Все. Кто что скажет, вас не касается. Мне кажется, меня только мама поддерживала, когда я зубы хотела делать.
Брат, когда услышал, сколько это стоит, был в шоке. Я думала, что все знают, сколько стоит Венера. Оказывается, все, кроме моего брата. И он такой, ты что, с ума сошла? Не сошла ни капельки с ума, просто стала намного увереннее в себе. Теперь, когда я улыбаюсь, я не закрываю рот вот так вот рукой. Насчет, кстати, полноценного видео по поводу Венеров. Некоторые ждут, пишут мне в комментариях. Тут, знаете, мой косяк. У меня были материалы, которые были сняты дом. Я их никак не могу найти у себя на компьютере. Это очень безответственно. Я согласна с вами. Я не знаю, куда они подевались. Как мне снимать видео про Венеры, если у нас с вами нет исходников? Ну, это же глупо просто. Некоторые писали, тебе там доктор бесплатно сделал? Нет. Мне сделали небольшую скидочку. Скажу вам честно, очень небольшую. Потому что процедура сама по себе очень дорогая. Но вот с другой стороны, если так размыслить, люди покупают себе последние айфоны, тратят на это деньги, правильно? Почему-то, когда они понимают, что на зубы нужно отдать, например, ну, плюс-минус такую сумму, да? Ну, пусть как два телефона, к примеру, да, за зубы. Я не знаю, может, я только так мыслю. Но я очень обращаю внимание на зубы. Всегда, у всех. На мой взгляд, зубы гораздо важнее, чем телефон. Но опять же, у людей разные приоритеты. Но это просто непередаваемое ощущение, честно. Возможно, это была моя мечта, она исполнилась, и я чувствую безумно счастливой. Вот проходит время. Я даже иногда во сне вижу, что у меня там какой-то Венера отвалился. Настолько мне не верится, что теперь у меня такая улыбка. Хотя бы, знаете, окружением, люди вокруг, или да изначально нормально все было, не было. Но вот честно, изначально не было все хорошо. Поэтому хотелось ответить, там многие пишут, когда же наконец-то будет видео про Венеры. Много чего из процесса я как бы снимала в истории. Выкладывала в истории, показывала каждый этап. Во влогах тоже. Но у меня вот эти исходники, которые мы отсняли, они у меня удалились. Удалились или потерялись, улетели, не знаю. Десертик у нас здесь, а чая-то у меня нету. У меня только фанта. В который раз убеждаюсь, никого не надо слушать. Единственное, чего я боюсь, я очень боюсь пластических операций. Мне кажется, если бы у меня был бы даже огромный нос, я бы все равно испугалась делать операцию.
Вчера тоже смотрела видео с осложнениями. Какого бы вы шикарного врача бы не выбрали, все равно есть доля осложнений. Эти осложнения составляют 12%. Представляете? 12% – это немало. Я, кстати, никогда не была под наркозом. Слава Богу, спасибо Господу Богу за то, что у меня в жизни никогда не было никакой операции. Так что вот так вот мы с вами поели. Было очень вкусно. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка.